Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня прохождение новой волны. Я сейчас вам сделаю вырезку вчерашнего стрима, как мы трешово прошли предыдущую волну. Это просто был полный пипец. Честно говоря, в шоке, точно так же, как и те, кто были на стриме, красавчики. Мы просто потрешевали, потратили мы там 100 с хреном попыток. Но зато мы зафармили эту волну ради того, чтобы сегодня попробовать новую волну, которая сегодня уже у нас открыта. В общем, окей. Поехали собирать героев, я уже стал разговаривать, поехали собирать героя. У нас здесь стоял Фоба, сейчас мы его обратно вернем. Вот в такой вот сборке. Так, на него мы, наверное, поставим вот так вот. Ворожей собран. Сейчас я соберу героев обратно и пойдем с вами пробовать смотреть на новую волну. Ну, а вы смотрите пока видосик, как мы это проходили. Еще 50 попыток. Если бы 100% 50 попыток, даже 100, я бы не парился. Блять, сливается на отражалках просто жестко. Нить еще и задамажили. Давайте сейчас ради интереса я поставлю ему СУ. А, кстати, давайте на него еще закинем. Он не очень так сливался, такой вариант. СО тут вообще толку никакого не даст. Знаю, что надо сделать чайку. Техническую паузу. Вот. Есть вроде космо. Может и спасет, хрен его знает, но он сразу не включается. Посмотрим. Может в этом и суть. От J3. Это будет, конечно, пипец, если сейчас ИСО просто затащит от J4, но это не точно. Да ну нах! Все, короче, ребята. Всем спасибо. Блять, это просто пиздец. Что это было за хрень? Вот реально. Что это было за херня? Вот что это за фигня была? Я, короче, пошел бы пока. Я просто в ахуе. Так, ну что. Думаю, вам понравилось прохождение. Это был реально трэш. Я мастер вырезки еще тот. В общем, поехали собирать дальше героев. Сборки. И попробуем, посмотрим хотя бы. Я больше чем уверен, что мы хрен там что-то зафармим. Но вот таким вот космом мы вчера просто сделали чудо. Не знаю, или это получится у нас второй раз. В общем, героев я вроде собрал. Мы пришли без какой-либо расты. Так, куда тут тотем можно спрятать? Так, ворожей готов. Вроде все готовы. Фрайка. Что такого интересного на фрайку поставить? В общем, такой вот состав. Давайте наймем, как обычно, побольше юнитов. Многие скажут, сделай раста. Ребят, раста на J волну не делается. Тут больше играет роль прокачка героев и, соответственно, и удачный заход. И определенный герой, как можете пересмотреть стрим, как мы J проходили. Мы там реально мучились очень много. Но мы более-менее нашли оптимальный состав. Фоба реально очень круто помогает. При определенных героях можно без проблем фармить. Там, ну, шанс того, что мы фармили 4 подряд там, Аджей с 1 по 4 вот таким вот составом очень велик. Ну, по-разному бывает. Поэтому если один раз, 10 раз не зашло, это не означает, что состав хреновый. Надо
Просто ждать удачного захода еще юнитов. Так, окей. Пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас я найму уже всех. Самое главное в данном случае, это не забывать нанимать юнитов. Это самая большая проблема, если ты не проходишь часто волны. Ты вечно забываешь, и на следующую волну ты просто тупо сливаешь всех полностью юнитов. Мне интересно, какую жопу нам приготовила IGG в этот раз. Так, сейчас я понанимаю, чтобы это было все быстрее. Так, и здесь. Так, все есть. 5 казарм у нас есть. Поехали смотреть новую волну АК. Ну, пока ребята только АК-1 попроходили. Так, что у нас есть? Фрея есть. Фобы есть. Демоны есть. Что у нас еще есть? А где наш Зефир? А Зефир просто у нас растворился, как будто его нету. Офигеть. Ну, посмотрите, что фобы делают. Это просто жесть какая-то. Я офигею. Ну, АК-1, ребята. АК-1 мы прошли. Смотрим, что будет сейчас дальше. А, у нас, подождите, мы еще ее не прошли. У нас тут есть Фрея. Вражеская. Ну, 2 фобы там или 3... Этого уже вполне хватает. Один раз бьют и блокируют ваших героев. Единственное, что мне кажется, здесь неплохо будет заходить новый талант, который дает блокировку. Так, мы ее пройдем или нет? Она, по-моему, хилится. Да, ребята. Короче, можем помахать ручкой. Я не знаю, без доната тут смогут, не смогут, но... По-моему, мы не или успеем. Нет, ребят, мы успели. АК-1 пройден. Вот это да. Так, вторая волна. Вуаля, Зефир. 4 Зефира, ребят. Да это просто пипец. Вы что, издеваетесь? Что это за хрень? IGG, ну я понимаю, все. Ну 4 Зефира. 2.55 у нас. Ну кто-то вот один быстро прошел. Дальше АК-2 никто не прошел. 4 Зефира, это просто пипец. 235 уровни. Я офигею. Лидяха, который просто разносит полбазы. Да ну нафиг. Короче, вот так вот, ребят. Вот вам мега волна. Дуэлянт. 1, 2, 3, 4. 4 дуэлянта, ребят. 4 дуэлянта и 4 Зефира. В общем, мы, я вам скажу так, с первой попытки довольно-таки неплохо зашли. Мне вот интересно, почему моя зефирка так быстро слилась в первой попытке. Ну, смотрите, дуэлянты снизу просто... Это просто трэш полный. No comments, думаю. Офигеть. Просто офигеть. Давайте попробуем поставим сюда стрелка. Мне просто вот интересно посмотреть на это все еще разок. Спрячу я его подальше. В общем, я не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете. Но 4 дуэлянта и 4 зефира. Это, по-моему, как по мне, перебор. Ну, вот у меня в центре уже сняли половину. Это без варианта вообще. То есть, я не знаю, каким образом там убивать 4 зефира. Единственный вариант, я же говорю, это новый талант, скорее всего. Все остальное просто бессмысленно. Это я просто ору с этой волны. Это просто бред. Ну, я, конечно, думал, что там будут мега-имбовые герои, но не такое.
кто такое делает? Это ж просто пипец. Вот такая один мы прошли. Еле-еле-еле успели. Посмотрели, что на К2-4 Зефира. Ну, дуэлянты, ладно. Но они просто разгребают моих героев. Блочка. Получается, Фоба. Тут по-любому надо землеройка, Фоба, чтобы они блокировали. По максимуму блокировки. Других вариантов просто нет. Посмотрите, они разбирают. Надо обратно возвращать Фобу. Хоть как-никак, а он реально для волн очень крутое, что мы, в принципе, и думаю, вы увидите, если пересмотрите стрим. Но это просто жесть. Я в шоке. Я что-то первую еще не особо... А, его даже Фобу разобрали. Ледяха, Бугич. Они просто ушатывают героев. Я не знаю, это надо, наверное, кучу попыток слить, чтобы пройти. Сколько там фобосов? Сколько там дуэлянтов? Это просто пипец, ребят. Это жесть. Это, по-моему, на сегодня полный пипец. Такого я точно не ожидал. В общем, не знаю, ребят, вот такая волна. Пишите комменты, ставьте лайки и пишите, что вы думаете по этому. Но это просто пипец. Всем удачи, всем пока.